Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, данное видео сегодня будет у нас еще раз про битву братств. Посмотрим, что у нас там опять. Многие мне тоже задают один вопрос, почему мы не хотим участвовать в других турнирах, в золотой, в серебряной. Давайте, друзья, посмотрим, почему я не хочу. Я, может быть, и хочу, но не получается так. Посмотрите, какой у нас состав. У нас многие ушли из братства. Многие сейчас ушли по делам своим. У нас вот в основном более-менее сильные города. Это вот семерка. И все. Семь более-менее прокачанных городов. Понимаете, в чем проблема? Ну вот еще и Коля. А остальные это все новенькие, то что сейчас зашли. Мы сейчас не в состоянии удержать более другую сложную лигу. Половина, может быть, еще и не играет. Есть много клонов. Многим уже поднадоела такая игра. Того мы сейчас и держимся в бронзе. Нас это в принципе устраивает без проблем каких-нибудь. Ну ладно, не будем мы о грустном. Давайте посмотрим, что у нас там есть сегодня. Проверим. Так, ну что. Окончание сезона. СССР. Кажется, вроде они не сильные. Но давайте посмотрим. Я нанял рыцарей. Если рыцари мои потянут. Посмотрим. Сейчас многие набирают рыцарей и эфритов. Надо будет эфритов прокачать на 7 уровень и посмотреть, как они там у нас работают. Ну, посмотрим. Так, давайте я выключу звук. Да, видите, какие попались? Слабенькие. Отлично. Ну, в принципе, друзья, нормально прохожу. Я звук выключаю, потому что у нас тут идут эти строительные работы. Не хочу, чтобы вы это слышали.
Ну что, друзья, где-то так. В этот раз вообще какие-то мелкие попались. Так что, в принципе, нормально. Эта битва наша. Но это, говорю, что последний сезон. Мы больше играть не будем пока. Так что увидели, что у нас сейчас состав не очень такой сильный. Может быть, еще вернуться пару человек в игру. Тогда, может быть, будем мы еще продолжать. Видите, у нас есть сама золотой беликс. Мы были в золоте. В платину мы не попали еще. Но вот так получилось, что мы в золоте тоже сражались. Так, ну что у нас по поводу турнира? Я уже не играю. Мне, в принципе, устраивает. Так, Феникса мы прокачали на 13 уровень. Да, сегодня, друзья, у нас пятница 13-го. Так, ну и способности я вот улучшил на 9 и 3. Все, что смог. Можно, конечно, будет еще Феникса улучшить на 14 уровень и на 15 можно, но давайте посмотрим турнир. Что-то я еще даже и не смотрел, я уже не играю где-то 2 дня. Вот, рванули. Но если бы сильно было желание, можно было сюда рубинов вкинуть, и не рубинов, а ауков, и рвануть вперед. Ну, не хочу я сражаться. Есть, смотрю, вот 500 уровней, 360, ну, не знаю, что у нас тут 25-ки. 135 уровень, у меня 259, я могу уже не играть. Я говорю, что, друзья, я вообще в самом турнире большая активность нужна 3-4 дня, больше не нужно. И все, поднимаете до 150 уровня, и вам вполне хватает взять 2 подарка. Можете даже не напрягаться. По поводу подарков, подарки я вытащил все. Вчера вот выпал еще один. Меня устраивает. Так, это что у нас? Плюс 10 к исходящему урону. Исцеление воинов хаоса. В принципе, нормально. Ну, не знаю, может быть, еще что-то тут попадется. Я, наверное, сегодня еще сделаю пару уровней. Будет 260. Ну, не знаю, если даст он мне плюс 10, тогда да. Я сейчас уже начал собирать руны. Хватит уже. Нужно уже собирать на следующий турнир. По поводу заклинания, я уже, меня тоже спрашивали. Я его улучшил уже на 8 уровень. На 8 уровень хватает пока. Ну, конечно, было бы его прикольно прокачать полностью. Но, как видите, очень многовато они требуют. Но ничего, успеем, есть время еще. Здесь уже тоже можно накапливать. Итого у нас получается 25 500. Ну, наверное, где-то уже 17 уровень, может быть, пробивает уже. Я еще не тестировал, но есть разные прокачанные боли у них. Реликтов, артефактов каких-то есть у них, не знаю. Так, ну и поставил одну казну, не знаю. Наверное, надо будет прокачать их полностью всех. Дороговато, 2 миллиона 200. Ну а с хлебом у нас проблем на арене нету. Так что вполне нормально. Немножко вот заборчик улучшил. Такой кусочек, хороший кусочек я в этот раз улучшил. Не знаю, может быть, со временем я его прокачаю полностью. Тут у меня дошли орки. Надо будет протестировать тоже орков. Они уже на 18 уровне. Так. Я вот надо было мне дождаться, все-таки улучшить орков, а потом поставить казну. Ну, хотел избавиться от хлеба. Ну, ничего страшного, здесь тоже можно будет набрать, там, не знаю, за пару дней можно набрать 2 миллиона. 76 миллионов хлебушка. Ну, не знаю, если будет время, еще осталось у нас 2 дня, можно побегать по арене, пособирать хлеба еще и улучшить. Ну, надо будет сначала протестировать. У меня есть и 16 уровень, и 17 уровень, я еще не тестировал орков. Надо будет посмотреть. Ну что, друзья, это был такой коротенький обзорчик. Потом обязательно в конце я сделаю обзор полностью, что там мы получили и все остальное. И да, еще, друзья, я буду создавать
группу в Одноклассниках. Именно для подписчиков. Будем там советоваться и что-нибудь там обсуждать. Ну что, друзья, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья!